Ну, вот жильца мы принесли. Сейчас свет включу. Тут не видно. Смотрите, какой. Вместо маркизки киски. Вот персик обнюхивает, что тут такое принесли. Персик, это вместо маркиза теперь будет у тебя. Правда, еще не знаем, кто это, кот или кошка. Кто-нибудь разберется. Такой красивенький, рыженький. Только был бы он веслоухий. Чего, не хочешь такого, персик? Обучай его, куда в туалет ходить, где кушать. Ты посмотри на него, надыбился, посмотри на него. Ну иди, рыжик, осваивайся. Иди. Ты тоже недавно такой же почти был. Чуть-чуть побольше этого. Он гладится, дается. Да не бойся ты, не бойся. Он, может, не будет такой дикий, как ты. Все, вот. Маркиза не стала вместо маркизы. И другой. Все, всем спасибо за внимание. У нас новосел.